какой красивый замок. Смотри. И они там лазят все в том замке. Надо было сюда еще сходить. Ну, короче, это самый центр. Не, тут по-моему все центр, тут там бисмо свозили, не? Там була торговина. Вот такую вот голубую, сейчас покажу вам, что я купила, голубую штуку Passion Blue, Passion Blue Chardonnay. Я думала, что это что-то вкусное, потому что его все покупали в Будапеште, а это оказалась фигня из Испании, получается. Где оно там написано, что оно из Испании? Да, и это, короче, смесь бульдога с носорогом. Вот. From selected grapes, fresh aromatic mango, peach, apple, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Its blue color makes it exclusive, its moderate consumption makes the moments. Ну, короче, вы поняли, да, что дело темное. Так что, друзья, с Новым годом! Ну, смешно, что это голубая такая фигня. Это Маюшка. Маюшка, это Машеньке. Я вот твои не подарочки. Мы идем. Это твой. Это твой. Это Майка. И это. Угу. А можно я ее посмотрю? Все, я просто смотрю. Майя, тебе понравился подарок? Хороший. Это дедушка Мэр. А, это дедушка с бабушкой подарили. Бабушка Тоня с дедушкой Вовой. А Машеньке? Не, а Машеньке вот это дедушка Тоня с бабушкой. Дедушка Тоня с бабушкой Вовой. Да, а вот... И вот это от дедушки с бабушкой тоже. А вот это Дедушка Мороз. А вот это Дедушка Мороз тебе принес. Да? Да? А ты туда загляни, в пакет. Вот сюда. Хороший Дедушка Мороз. Погладь его. Почти. Покажи своего малыша. И он как и комната. Погладь его по головке, он будет мяукать. Давай, давай, давай.
Дід Мороз несе мішок. Вдома теплий кожушок. Ой ти, діду, дідусю, зігрій нашу Маюсі. Куди? Сідай, Маюсі. Танець називається «Малиська з мандаліною». Ты бабочка? Что ты делаешь? Неудобно? Пози, посмотри, какая красивая ангелося. Ты видишь, какая красавица? Я ангел. Ты какой-то не ангел. А ну, отойди, а ну, стань под елкой, я тебя сниму. Покружись, ангелочек. Ой, боже, какой красивый ангелок завтра пойдет на праздник. А Дедушке Морозу ты стих уже запомнила? А ну, давай рассказывай стишок Дедушки Мороза. Доця. Одним надо, наверное, вот так, да? Нет, он так упадет. Отойди. Доця, давай. Дід Мороз. Если ты обруч не носил, не знаешь, что не роби. Так причем не надо, тут он должен быть. А не вот так. Так он гнется. Пошли, расскажешь возле елочки Деду Морозу, порепетируем стишок. Доця, давай. Дід Мороз. Это я бабушкам буду спрашивать, знаешь? Давай. Маюсь, рассказывай. Дід Мороз несе... Понос. Богдан. Мішок. Ти розказуєш вірш? Только не рви. А как я по маме знаю, как ее? Там за щелочка. А, вон за щелочка. И там скотч. На, бери конфету. Такую-то, такую. И кушай. Курочку, курочку, курочку. На, курочку кушай. А кухоньку бери. И себе бери. Не, у меня свои. Видишь, какой молодец. Нет. Машеньке. Ты будешь кухню открывать? Ты да, плай. Иди, открой. Олейник. Открывать? Да. Три тарелки поставим их. Ручка 3D, точно. А это что?
или что-то. Или звездочки, или что. Я сегодня не пойду. Я хочу конфет. А я вот так сделаю. Что это? 3D-ника. Что надо сказать святому Николаю? А кто это проснулся? Маюшка? Давай. Не выброси. Не. Пой, Маюся. Я не выброси. Куда она упала? Ты друг дружку ставишь тарелки? Я спою. Я не люблю. Ну не ставь. Мур-мур. А, не зачем на мусь. Вы думаете, что...